Вижу святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустова, слово огласительное во святый и святоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудись и постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да и примет ней праведный дух. Аще кто по третьем часе приидет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же да сумнится, ибо ничем же отщевается. Аще кто лишись и девятого часа, да приступит, ничто же сумняшися, ничто же бояся. Аще кто точно достиже и воедино на десятый час, да не устрашится замедление. Любочестив Боса и Владыка, приемлет последнего, якоже и первого, упокоевает едино десятый час пришедшего, якоже делавши от первого часа, и последнего милует, и первого угождает, и он его дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяния почитает, и предложение хвалит. Тем же обовнидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые, сду примите, богатые и убогие, друг со другом ликуйте, воздержанцы и ленивые, день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь днес, трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, никто же да изыдет алчи, все насладитесь пиры веры, все воспримите богатство благости. Никто же дорыдает у Божества, явися бо общее царство. Никто же да оплачет при грешении, прощение бо от гробова сия. Никто же да убоится смерти, свободи бо нас, спасова смерть. Угаси ее, иже от нея держимый плени ада, сошеды в ад, огорчи его, вкусивши плоти его, и сие приемы Иса его запит. Ад, глаголит, огорчися, средь от доли. Огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган быть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не зложися, огорчися, ибо связася. Прият тело, и Богу приразися, прият землю и среди неба, прият же видишь и в поне еже не видишь. Где твоя смерть и жало, где твоя ади победа? Воскресе Христос, и ты не звергся иси, воскресе Христос и подожжи демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос был восставать от мертвых, начаток усопших быть, тому слава и держава во веки веков.